Негізі біз бүгін мынадай мастер-классқа қатысып жатырмыз. Витраж өнері деген бір ең көне өнер түрлерінің бірі екен. Өзім ең алғаш рет қатысудамын, ұнап жатыр. Негізі біздің мамандығымыз журналистика, медиа саласында жүретін пиар мамандарының жұмысы. Негізі стресске толы жұмыс, сондықтан мынадай психологияда бар ғой, арт-терапия. Мен ойлаймын, мынау бір бізді бүгін тынықтырып, миымызды демалтатын, сондай бір ерекше терапиясын әкеліп жатырған жақсы мастер-класстан да рахмет көп-көп, өте ұнап жатыр. Біз бүгін әртестер болып, Назарбаев зияткерлік мектебінде шеберлік сағатындамыз. Біздер витраж деген ең өнердің ең көне түрін үйреніп жатырмыз мына жерде. Өте жақсы ұйымдастырылған, қажетті жабдықтардың барлығы алынған. Біз келесі сала осылай әйнектің бетіне сурет салып бастап кеттік. Енді мына өзімнің салған туындымды көріп, өз-өзіме риза болып отырмын. Бұндай бізде болмаған. Біздің журналистер күн сайын жаңалықтың соңында шапқылап жүреміз, рас, миымыз шаршайды дегендей әртүрлі ақпаратты өзіміз мына басымыз арқылы өткізіп, жүрегімізден шығарып халыққа беру ол енді үйреншікті жұмысымыз, но сонда да миымыз демалмайды екен. Мына жерде менің миым демалып, өте осы жұмысымнан ләззат алып, риза болып отырмын. Ұйымдастырушы осы мектептің пресс-службасы Ырысгүлге риза болып отырмын. Мына бізге витраж өнерін үйретіп жатқан апайға риза болып отырмын. Рахмет. Замечательный мастер-класс. Скажу такую непреложную истину: красота спасет мир. И сегодня в это наше такое время страстей, да, скоростей, это очень важно получить такую возможность немножко успокоиться, отвлечься в кругу друзей, в кругу коллег, в кругу замечательных людей. И я хочу поблагодарить Назарбаев школу за такую замечательную возможность. Спасибо. Чувствую себя великолепно, потому что нахожусь на очень интересном мастер-классе по витражному искусству. Если честно, для меня это первый витраж в моей жизни, который я рисую. И для меня это очень необычный опыт, потому что я привыкла рисовать на бумаге, а здесь я рисую на стекле. Конечно, есть свои сложности, но я думаю, что я и многие другие, которые рядом со мной сейчас, справляются, и у нас это хорошо получается. Очень успокаивает. Я понимаю, что от счастья просто замечаю, что вытаскиваю язык, как-то на бок его сворачиваю. И как-то мне просто спокойно и хорошо сейчас. И смотря на свой рисунок, я вижу, что все-таки я неплохой художник. Большое спасибо Назарбаев школе за то, что мы имеем такую возможность выразить себя в этом мастер-классе и потом получить домой вот такой роскошный подарок, который мы сделали сами себе своими же руками.